Ты уходишь оттуда, мало того, что ты становишься конкурентоспособным, ты уверен, да? Ну хорошо, конкурентоспособным, как сказал, да. Так у тебя из нулики зарплаты исчезает. Очень многие не согласятся, потому что надо, да, потому что деньгами надо уметь научиться распоряжаться, надо подумать, зачем ты живешь, надо осознать, что ты, да, ну и что осознал, да дело не в том, что осознать, надо развиваться в своей профессии, по-настоящему, по-мужски, в том числе, ну, много людей, которые, и так далее, короче. Поэтому это как бы такая примесь, да, ну, короче, три вот эти критерии. Поэтому я считаю, что, поэтому не то, что я считаю, поэтому военные, ну, я, ну, как, да что ты лезешь ко мне, считаю, да, со своими щи. Еще раз я тебе говорю, военный это не профессия такая, понимаешь? То есть, да, там нельзя работать, то есть, да. Меня не касается, что вы будете делать, мне это не интересно. Я тебе еще раз говорю, да. То есть, ну, я тебе как вариант, начинаешь что-то делать, и ты выходишь оттуда. Показать, ну что, разве так? Да, ну откажись от этих денег, работай тогда, да, и, ну, понимаешь, не знаю, что ты делаешь, там, ЧОПе, охране, там, не знаю, войска, там, я не знаю, я тебе указывать, что ли, буду? Ну, тебя понял, да. Ну, какие, ну, наемниками тогда работаете, да, понимаешь, там, ну, я не про войну говорю, вообще-то, да. Так это те же самые, ну, это он имеет в виду, как раз, да, понимаешь, там, да. Меня это не касается. Мне это не интересно, потому что те, кто людей убивают, они как бы не мужики. Да. То есть, ну, не та профессия, скажем так. Ну нет, он это имеет в виду. А что, хорошая профессия, да, наоборот, да, понимаю. То есть, как бы ты множишь конфликты, ну, неважно. То есть ради чего ты военный? То есть видишь, и тут много чего может быть. Ты просто любишь, как бы, любишь убивать, да, наоборот. То есть в чем, как ты туда попал-то там, например, бла-бла-бла, долгий разговор, короче, понимаешь. И оттуда, ну да, ты про себя говорил, да. Ну хорошо, и что ты, да, понимаю, да. Не знаю, я про это не думал, чтобы наемные войска где-то сражались, ну как Швейцария, например, может и так. Тоже почему нет, вроде как. Меня, да, что ты, да. Вот я тебе говорю, вот эти три профессии, чем ты, ну, чем ты дальше от них, в смысле, чем ты финансово дальше, понимаешь, да. Поймешь, короче, да. Да. Ну, типа того, да. Ну, то есть, как бы, да, понимаешь. Да. Ну, да. Как от них, ну, вот я понял уже, да. Ну, я просто, ну, вот и все, да, понимаешь. Короче, если ты думаешь про какую-то профессию, вот тебе лакмусовая бумажка ориентир, как бы по мне. Чем больше там вот этого будет, военный хирург, военный дежур, то есть там, или православный музыкант, или там какой-нибудь патриархальный какой-нибудь там, еще кто-нибудь. Ну, это мы просто здесь в России. Там штукатур, который что-нибудь там молюет в церкви там, или... Что ты врешь все время? Строитель, который строит, да, ну да, который, да, типа, который строитель религиозный, ну, нет, не религиозный строитель, а строитель, который там, ну да, ой, достал уже со своей хиней, да, который при храме, например, там, дворник и строитель, понимаешь, там, да, что-нибудь там, да, ну, это имел в виду, да. Да. А, нет, это, ну, не наоборот, да, это он имел в виду. Отвали уже со своей ахинеей, надоел. Настолько элементарно, вы все идиоты, что ли, сумасшедшие какие-то, вы что, не понимаете? Вот я тебе еще раз говорю, да. То есть, вот тебе тест. Ты уходишь, например, да, то есть, убираешь слово религиозный, там, музыкант, например, или певец религиозный, и ты никто становишься, понимаешь? Там сразу же конкуренция и так далее, то есть, да. Ну, или как бы намного, ну, он про себя так говорит, да. Ну, она тебе так думает. Я-то здесь при чем? Чё ты, у меня академическое образование, да, и так далее, и так далее, и так далее. Да, и у меня нет никаких намерений, я просто, как бы, так сказать, да, понимаю. Да. Но это, как бы, не то, что затравка, а просто, вот такой вот есть, и что будешь делать теперь, да, понимаете, наоборот, но меня это не волнует. Я уже сказал тебе, как оно на самом деле есть. Да. Ну, да, понимаю, долгий разговор. Они там то же самое тебе скажут. Ты пришел в религию, потому что ты свою жизнь не живешь. Все, и точка. И что забавляет, да, понимаю. Меня это не касается, а тебе еще раз объясню. Ну, она про себя так думает, просто, да. Ну, наоборот, не надо, да. Не надо. Вот она, да.
Вот это и был он самый. О себе он так думал просто, да. Нет, я в религию не пришел. Я, да, меня там нету. Я тут, ну, все, ну, понимаю, ну, то есть, как бы, вот смотри, ты ходишь, делаешь обряды религиозные, барматушки бормочешь там, что она поняла тебя там. Вот, ну, она поняла себя только, да, она понимает, да, она, вот это вещь, она там. Нет, это разные вещи, понимаешь? У них там свои религиозные, да. То есть, когда ты там, психологическая установка, типа, да, то есть, там, типа, ну, а как вот объяснишь-то? Ну, типа, я себя прощаю, тебя прощаю, то есть, как бы, там, да, мы все друг друга, там, да, ну, типа того. Можно сказать, ну, способ работы, как бы, с сознанием, со своей памятью, с, там, и так далее, да. То есть, ну, да, нет, молитвы это другое. То есть, я про бормотушки говорю, по-доски, это молитвы, я имею в виду, да, и всякие прочее, да. То есть, это, да, да, типа, жажда халявы, как ты говорил, да, это утешение или, там, алкоголизма, да. Да, типа того, не суть разговора, я просто тебе объясняю, что, да, поэтому у меня очень четкое, как бы, представление о том, что военные это не то, что, да, но что люди, которые там сидят, военных, да, они оттуда не выйдут, то есть, да, понимаю, да, да, и, да, играть будут против себя всю жизнь, да, типа того, да, и это, как бы, внезаконная сфера, которая в законе находится. И, да, ну, я так шучу уже просто. А может и нет, это мое мнение просто. Но мне, да мне это не касается, это, я просто тебе, да. То есть, ну, все, нет, тут как бы нет никакого отчаяния или какого-то, что-то такое, да, понимаю, да. Я просто тебе, да, давай не будем просто так, да. Да, я имел в виду, что, да, что надо работать и нарабатывать. Показатель здесь только один, деньги, потому что, да, потому что я могу быть политикам, чиновникам получать деньги за это и что-нибудь чуть-чуть там. Ля-ля-ля, чуть-чуть поэзии, кино или чуть-чуть что-нибудь понарошку там, да, делать. И живи на это, вот. Снимаешь кино, живи на это. Снимаешь, да, то есть, да, ну он про себя. Ну он на себе так говорит, да, то есть, ну нет, я имею в виду профессионально, значит, переходи туда и все, и убирай слово политик, и вот фильтруй, все. Не чиновник, и все, а вот просто там, не знаю, педагог, специалист, или организатор, менеджер. Или еще кто-то, да. То есть, да, и так далее, да, понимаешь. Да, уникальный, понимаешь, сверхспециалист, уникальные способности, да. Да. Но это надо жизнь свою жить, прожить. А мы очень боимся своих жизней, как ты понимаешь. Да, то есть как бы это не так просто. И слушать только себя, как бы внутри сердца, типа того. Ну, он по себе так говорит. Ну, как вот это пафосные слова, конечно. Да. Жить так, как надо, своей головой, по-мужски, понимаешь? Да, типа того, да. Исключительно своей головой, типа, да. Ну, она у тебя не одна, конечно. То есть тут это, ну, ты тут в те головы не сможешь залезть, естественно. Да, ну, то есть, как бы, да, понимает он тебя. Ну, наверное, да, понимает он тебя. Ну, да. Ну, слушай, тогда начальник, у него большая голова, тройная, у тебя одна голова, у него тройная, да. Там тебя понимает просто, да. Тебе все равно придется вернуться к себе и разобраться с самим собой. Кто я такой, что я умею, что, ну, то есть для чего это все, да, понимаю. Как я смотрю на этот мир, что я знаю, что не знаю, да, типа, как, да, откуда у меня эта злоба, да, которую я сам от себя могу не увидеть там, да. То есть это нормально. То есть это очень страшно, понимаешь, для мужика. Но страшно это. Здесь еще один подарок есть, потому что ты мужик. То есть страх это наша тема, да. Ну, то есть как бы объем работы. Вот как грязь, которая удобрение, да, понимает он. Да, понимает. Постепенно, то есть. Объем работы, ты не сможешь ее, вот как вот, да, понимаешь, огромная гора, ты не сможешь ее, тебе чайная ложка, да, ты понимаешь. Ну, он шутил уже, ну, не огромная, это всегда страх, глаза велики, как говорится, понимает он. Да, оказалось, да, понимает, да. Он про себя, да, он имел в виду, да, оказалось, да, понимает. То есть, как бы, да, то есть страх это не мужская тема. Нас страх не бережет, наш страх, если мы идем на поводу страха, мы свою жизнь теряем. Годы жизни, здоровье, счастье, любимых теряем, дети уроды становятся, как бы, да, и так далее, короче, все плохое начинает, да, понимаешь. Ну, ты не согласен. Ну, нет, что-то хорошее же в этом есть. Деньги наживешь ты то. Деньги, богатство будет, слава, сохранишься, беленький полюш, да. Да, понимает это, да. Ну, нет. Ну, это уже другой вопрос, что ты как умный человек, то есть, как умный человек, ты должен, ты, да, понимать. Все равно ты придешь. Ну, я не. Нет, не к тому, что да. Так, ну, надо, понимаешь, короче, да. Работать над собой надо, да. Беречь себя это женская тема. И то они. У них наоборот, то страх это их тема. Вот, если они боятся, то как бы их жизнь идет хорошо, понимаешь? Но у них свой какой-то страх, он не такой не понимает. Да, понимаешь. Их правильно тогда жизнь, да. Это исключительно женская, да.
Тогда у них вот добро в жизни, так, да, понимает, раз ты туда не селишься, сюда, понимает, я, да. Счастье мое, счастье, говорит, да, понимает, да. Смелость это, ну да, понимает, он тебя будет, ладно, понимаешь. Но иногда проще быть физически смелым, чем... Ну, нет, физически это понятно, я имею в виду, что... Да, да, он... Нет, смелым, ну понятно, да, да. Смелым, в смысле, как бы смелым, но вперед там, но бой, как бы... Там, да, стенка на стенку, и все, и гора тупо, да. Ну, это так, это смелость называется, да. То есть, как бы, типа того, понимаю, в военном понимании этого слова. Вот я понимаю, это да. Так проще, чем быть смелым со своими демонами внутренними, понимаешь? Да, ну, или как бы, ну, со своими страхами, там, с прошлым своей судьбы, жизни, там, да, разбираться с ней, да, насветить ее познанием мудрым, там, и так далее. Стать благородным лицом, да, понимаешь, да, понимаешь. Там действительно почему-то очень страшно, понимаешь, да. Действительно страшно, да. Ничего страшного, ну и что теперь? Я тебе так говорю, объем работы, мы мужики в этом счастье наше. Потому что ты сегодня, да. Видишь, чуть-чуть уже осветило, тебе страшно стало. Туда не хотел смотреть. Да. А там, собственно, все лишь твои какие-то, ну да, просто, ну, не важно. Хорошо, ради чего там и так далее, да, то есть ничего страшного нет, то есть все мужики, если говорят, да, но он про себя и говорит, да, только показатель здесь деньги, понимаешь, не то, что ты будешь что-то понарошку делать там, и вот как я что-то обозвать просто так, да, пиши книгу, продавай там, например, и, ну, и, типа того, да, и еще, ну, это так, сам, не знаю, что-то там, да, программу свою создай, еще что-нибудь. Или иди пока как студент поработай где-нибудь, ну, в смысле. Да, предприятие, да, например. Да, тоже это, ну смотри сам, я просто так говорю, да. Но все предприятия, они все как бы, особенно государственные, у них у всех есть это. Примесь как-то. Ну и тут, да, понимаешь. Ничего страшного, отрабатывать надо, да. Да. Ну ничего страшного. Ну а что ты хочешь сказать? Ну, про себя это, ну да. Просто КПД не очень высокая, понимаешь, да. То есть просто, я тебе говорю, там, 90, ну понимаешь, короче, да. А ты что хотел? Ну, значит, надо наработать это, да, разобраться с собой, отработать, да, понимаешь. Постепенно, так всю жизнь умудряешься. Это же хорошо, то есть когда ты, да, она понимает. Да. А у женщин душа, видимо, такая, ну ладно, это все. Он, да, она понимает. Пусть враг внутри тебя живет, а ты... В том-то и дело, что это как бы... Это есть, а ты внутри-то что, не добро, что ли? Сторона добра, да, да, понимаешь. От мамы в жизнь, да, понимаешь. Ну, долгий разговор. И так все даже, понимаешь, даже, да, вот это и есть там самое, Европа, да, это наоборот. Ну, по себе так говорит, да, я понимаю. Ну, да, народ только, да, ну, да. Применять людей только, народ только, ну, да. Делами, словами. За что за миссию? Ты что за такое на себя звонил? Ты за себя только отвечаешь, собой только управляешь. Зачем тебе это? Просто, да, что-то великое сделать, да, что-то хорошее, да. А это все будет сю-сю-сю, все разошлись, понимаешь, да. Да, типа того. Ну, да, не буду значить тебя, да. Потому что экономика все решает. Ты всех добреньким сделал, а потом гильотин и все. Через два поколения всегда, понимаешь, да. Да. Ну, да. Ничего страшного нет, просто деньги это очень важно. Вот это как бы причастие, сопричастность к вот самой силе жизни, которая поднимается вот вверх. Она и физически, и морально, и телесно, и мужественной, как сказать. Физически и морально поднимается, да, они этого поднимают. Да, ну что, женщина, конечно, не выживаешь, как морально подняться, да, с собой, да. Ну, женщины все так они несут, миллионы шустрые. Понимаешь, я просто... Нет, ну, я так думаю. Да,
понимаю. По идее так, но понимаете. Ладно. Я что хотел сказать-то? Ну, на себе говорил. Все, как бы, вы, вот он понял тебя. Все, не надо, если я выбираю, выбираю, выбираю. Общественная палата всегда согласовывала. На себе так думал просто, да. То есть можно жить всем, понимаешь, ничего тут никакого отчаяния нету, все нормально. И походов к больницам, либо там школам, детским садам, это, конечно, всегда все учитывалось. Какую пешеходную дорожку отремонтировать в первую очередь решает. И больше того, ты сам это захочешь. Какие-то знания, добыть уникальные какой-то судьбу, да, понимаешь, да. Да, 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 понял ты меня. То есть это нормально, это путь развития. И ты сам себе его преграждаешь так или иначе. Потому что, да, да. Это ты тоже говорил, да, есть, да, да, понимаю, там, да. Ну это он о себе так думает, да. То есть хорошо, все, да, 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 понимаю. Поэтому я примерно правильно сориентировал. Асфальт или брусчатка, мы даже сделали голосование в соцсетях. Вся. И люди выбрали комбинированный вариант. И асфальт, и брусчатка там есть возможность. Да. Поэтому как раз на месте, где есть возможность на красных линиях, как это у нас было сделано на Щёвце, хороший топор получился в брусчатке, на улице Дзержинского, на красных линиях в основном стараемся делать брусчатку, она ремонтопригодна. Заявки на ремонт тротуаров горожане могут подавать через сайт, а в этом году по проекту отремонтируют 31 объект, 26 уже сдали. На ремонт столичного пешеходного каркаса республика выделяет по 100 миллионов рублей в год. Альбина Великжанина, Елена Буховская, Андрей Кусыгин, новости. На этом я с вами прощаюсь, хороших новостей. А, да, кстати. Переключаюсь, не буду понял, переключаюсь. А, ну нет, наоборот. Так. Преимущество у того, кто лучше понимает клиента. Переживай, короче, нормально, все. Ну, наоборот, как бы, не знаю, блин. Отработаю, все. Деньги отработаю.
По идее так, за всех работаешь, за весь род людской, как бы, ну так, пафосно, конечно. За всех людей, ну да, все на себя, все за себя, как говорится, да. Нет, наоборот, когда, ну вот это, да, а, ну, да, да, наверное. А ты как считаешь сам, ты как подумал? Да, ну, понятия просто. Да. Не могло не радовать себя, наверное, да. Но он про себя так и видел. В прошлой серии мне довелось побывать в Темной долине, где мне следовало найти Эй! Не Мишкин. Новая... Ну,
из групп военных. Однако никого, кроме паучьих мутантов, там не было. Также мне удалось найти покойного напарника одного из обитателей бара и документы по заданию бармена. Теперь я возвращаюсь в бар, чтобы получить дальнейшие указания. Не забывайте оценивать это видео своим лайком и приятного просмотра. Кстати, оказывается, по пути у меня тут тоже есть тайник. В оригинале там лежали... Зачем я это делаю? Мне просто, с одной стороны, типа, серфить, типа, того, да. С другой стороны, я нарабатываю себе, ну, мозги мужские, что ли, как сказать. Ну, да, то есть. Много вообще есть причин. В первую очередь, потому что, да, понимаю. На самом деле, очень много. Настолько много, что ты даже не представляешь, да, ну, я тебя поняла просто. Да. Поле знаний, как бы, поле специальности, которое филд, как бы, да, понимает. Она как бы, типа того, он тебя понял уже, да. То есть, в принципе, артист, да, понимает он тебя. Да, ты понял меня уже, да. Близко. Чё ты такой классно близко ко мне подошел уже? Да. Ну, близко, да, блин. А, это меня не волнует, это ваши проблемы. Да, это все же, да, понимает он тебя. Да. Ну, это он о себе так говорит, просто, да. Не обидывайся. Я не думаю, если ты меня спросишь, я не думаю, что это тебе поможет. Смотри, сколько я денег от этого заработал? Нисколько. Более того, да, понятно. Сколько? Я не думаю, что тебе это поможет по жизни, понимаешь? Да. Но мне интересно даже, если ты... Это мое мнение только, да, понимаешь? Да.